just our team, kind of team morale, team spirit. You know, it's been, we lost four in a row, and you know that happens sometimes. You just gotta continue to show up and play, and play your way out of it. So, you know, that at this point, that's what we need to do, is just come together and try to win as much as we can before the playoffs. And you know, everybody feels a lot better after this win. You know, and we'll get better each game with each win, more confidence going into the playoffs. Джимми говорит о том, что это был командный дух, который команда растеряла в последних матчах, но игроки сумели собраться, сумели стоять на своем, сыграть свою игру и навязать сопернику свой проект. В первую очередь хочу сказать большие слова благодарности нашим болельщикам и всем тем людям, которые любят клуб «Химик». Да, потому что мы проиграли 4 игры подряд. И да, давно такого не было, да, как бы можно сказать, все. Но если мы отмотаем назад, все эти игры были проиграны на последних секундах или где-то от какого-то нефарта. Если мы вспомним Будивельник, мы вспомним Черкассы, выездная игра, да, кубковая игра с Днепром, да, где мы хорошо провели первую половину, и за 3:50, если не ошибаюсь, был ровный счет, и просто, опять же, не могли забить. И возвращаемся к сегодняшней, если продолжаем в игре, то я, опять же, недоволен по сегодняшней игре реализацией наших бросков. Потому что мы забили 89, ну да, типа, хорошо, но не совсем хорошо, потому что при той реализации, которую мы опять сделали, мы бросаем 26-49, двухочковые броски – это 53%, и двухочковые броски – это внутри трехсекундной зоны. Это, да, наши большие ребята, и опять у нас 15 подборов нападений, и опять мы не можем до конца забить, да, этот бросок. Надо смело, с маленьким фолом забить, или когда Саша Антипову свистнули фол, он пошел пробивать два штрафных, этот мяч надо забивать с фолом. То есть, понимаете, вот эти моменты, которые нам не хватало и в тех играх, да, и если мы посмотрим, во всех тех играх мы делали больше атак, больше подборов и так далее. И просто не было, может быть, знаете, какого-то фарта, везения где-то и так далее. Поэтому эта игра была нам очень важна с точки зрения психологии. И опять же повторюсь, я очень благодарен всем фанатам нашим и всем людям, которые верят в клуб, несмотря ни на что. Да. Вот, поэтому большое им спасибо. Продолжаем дальше работать. Нет права на ошибку. Мы должны выигрывать все до конца. Осталось 2 домашние игры. Вот, сейчас есть время хорошо подготовиться к Черкассам. И двигаемся в рабочем порядке. Рабочем спасибо режиме. Большое. Спасибо вам. Да, пожалуйста. Ну, да. Спасибо, да. Хорошо, да. У меня вопрос по поводу Даниэла Бехера. Да. Почему его нет в сегодняшнем матче? По Дэниелу Бехерана, после игры с Днепропетровском было принято решение по обоюдном расторжении контракта. Это решение, да, было принято, возможно, ну, как бы мое решение, в том плане, что прошел промежуток важных игр, да, это игра с Будивельником, игра после этого с Черкассами, кубок с Днепром и домашняя игра с Кубком, которые игры, да, ну, важны, да, то есть как бы все-таки немного тут он не смог выполнить те установки, которые я от него требовал, и не смог настолько помочь команде, поэтому такое решение было принято, и на данный момент Дэл не в нашей команде. Я желаю ему успехов, удачи в его карьере, и это будет опять же опыт и как для меня, в том плане, что очень важно, чтобы игроки приходили в начале сезона, особенно если это студенты. То есть тяжело все-таки им немножко, как бы, и менталитет немножко другой, и все остальное, как бы, и когда ты берешь особенно не экстра, ну там экстра уровня игрока, который, а тебе надо его еще много наигрывать. Ну, это опыт. Можно? Да, пожалуйста. Нет, два вопросика. Конечно. Первый про Цикалюка интересно. Будет ли какие-то у него? Саша Цикалюк прооперирован в Киеве. У него эта связка, слава богу, нормально. Те процедуры, которые ему делали, все хорошо. Прооперировали его. Сейчас он только начал, снял лангетон и сейчас начал делать физ-процедуры. Вот, я думаю, что где-то через, по-моему, дней 10, мне говорил тренер по ФП, он начнет уже как бы там на беговой дорожке велосипед работать. Вот, то есть ему сейчас нужно самое важное, это уже я сказал Саше, ему сейчас самый важный момент. Нужно максимально залечить травму, чтобы она его не беспокоила ни на 1%. Потому что в прошлом году, получается, когда он к нам пришел, она его беспокоила. И как бы мы, ну, вроде залечили, ну, вроде нормально. Ну, вроде, знаете, когда оно это постоянно где-то тебе, оно подсознание болит, то оно болит. А сейчас, как бы, сезон уже, к сожалению, потерян.
вот, для Саши. И я ему сказал, что ему самый важный момент — это восстановиться максимально хорошо и готовиться к следующему сезону. И последний вопрос. Вот с усилениями в Будивельника и с последними результатами рассматриваете ли вы кадровое пополнение какое-то? А уже даже если бы мы рассматривали, уже, если я не ошибаюсь, дедлайн закончился, по-моему, 28 числа. Ну, я не в курсе. Да, ну, по-моему, я тоже не могу утверждать, да. Вот, поэтому уже тут даже если бы мы как бы... В прошлом году, по-моему, переплывёв. Да. Ну, видите, в этом году не так. Первое слово игроку, Виталий. Насколько вы адаптировались в коллективе? И что думаете о сегодняшней игре? Адаптировался, в принципе, очень легко, все приняли хорошо. Со всеми пересекался ранее, поэтому в этом проблем не было. А по игре, считаю, что нам немного не хватило человеческого ресурса, если так сказать. Потому что выложились там, в Одессе, в двух овертаймах. Еще игрок наш Кондраков получил травму. Вообще остались восьмером. Денис Носков 5 фолов и всемером. Получается, сил, энергии осталось мало на банальную борьбу, чтобы с зарядом прыгать на подборы и там вот в таких вот, или там постраховывать правильно. Вот считаю, в этом наша ошибка. Не ошибка, вернее, а проблема была сегодня. Ну, Химик с победой. Наверное, долгожданный как никогда. Присоединюсь к мнению игрока о том, что мы сыграли 5 таймов в Одессе позавчера. И наша ротация сегодня на начало игры 8 человек. И если Носков не попал, сыграл 12 минут, то 7. Двое играли с микротравмами. Не хочу оправдываться, не хочу какие-то вещи говорить, но с самого начала, если вы обратили внимание, не было искры в глазах, не было азарта. Без азарта спортивного, в принципе, обыграть никого нельзя. Обыграть такую мобильную и обученную команду, как «Химик», вдвойне. Претензий не могу предъявить глобально, потому что на 100% те, кто остался в этом составе, выложился позавчера. И сегодняшние, ну, не конвульсии, а, наверное, какие-то потуги были как, больше похожи на утопающего, чем спасающегося. Что не понравилось? Ну, не понравилось то, что мы, колоссально проигрывая в росте, говорили, нельзя совсем отдать щит. Отдали его без шансов. 46-26, в принципе, одного этого показателя хватило бы для того, чтобы проанализировать эту игру. Ну и плюс, как только мы переступили какой-то еще порог усталости, стало понятно, что мы перестали забивать из-под кольца и штрафные. А команда «Запорожье» больше ориентирована на нападение. Да, нам последние две игры до этой удавалось какие-то элементы в защите, но сегодня для того, чтобы играть защитный баскетбол, который я люблю, необходима свежесть, необходима ротация. Сегодня ни того, ни другого не было. Поэтому вот такой плачевный для нас результат, хотя, наверное, он абсолютно закономерен. Для того, чтобы обыгрывать, еще раз повторюсь, такую сильную во всех точках зрения, начиная от комплектации, заканчивая организацией игры команду, должны быть все в строю. И плюс вы знаете, что в принципе это в этом составе наша вторая игра. Мы лишились лучшего игрока чемпионата Канате. По крайней мере, те 20 очков, которые он забил в каждой игре, мы еще пока никуда не дели. А те 11 подборов, которые он делал, пока мы не делаем. Ну и скажу честно, я говорил в Одессе, скажу здесь, очень тяжело играть, когда в команде один полноценный большой. То относительно большой. Антон Луц, который до этого получал еще меньше игровой практики, пока он старается, это видно. Но для того, чтобы побеждать, старания мало. То есть нужны навыки, нужна какая-то, наверное, уверенность в себе, чего пока нет. Но ничего, нас ждут две игры с Кремнем и Политехником Харьковским. Мы планируем, во-первых, получить ротацию хотя бы Пашу Буренко, который, я надеюсь, к этим играм остановится. Ну и мы продолжаем работать над нашими как защитными действиями, так и нападением. Пока все было сегодня медленно и неинтересно. Будем надеяться, что мы сделаем правильные выводы. Я же говорю, чуть-чуть расширим наш состав и предстанем снова боеспособным коллективом. Химику желаю удачи. Я считаю, что они на правильном пути. Все у вас будет хорошо. Thank you.